слушаете Радио Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Бекелкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сейчас у нас на прямой связи посредством Зума будет медиа-эксперт Гунта Лидек. Гунта, добрый день. Добрый день, Адель. Да, ну вот действительно год начался с таких интересных изменений на телевизионном рынке. Сначала ТЭТ, ну, один из крупнейших операторов телекоммуникационных компаний, которые, кстати, контролируются государством, принял решение не транслировать Первый Балтийский канал. Потом уже совет, Национальный совет по электронным СМИ принял решение, ну, фактически запретить ретрансляцию 16 российских телеканалов по юридическим причинам. Вот, может быть, несколько слов о, не знаю, твое мнение, твое ощущение. С одной стороны, это было ожидаемо, что вот произойдут такие изменения. С другой стороны, ну, все-таки 16 каналов, из них, наверное, там, если так можно сказать, тех, кто вообще занимается политикой, наверное, 2 или 3 наберется, остальные такие развлекательные. Ну, я думаю, что ты лучше меня знаешь, что сейчас эта информационная война уже продолжается очень долгое время, и сейчас, в принципе, то, что происходит на медийном рынке, сейчас очень тесно связано с внешней политикой, и в основном те нарративы, которые сейчас приоритетно выходят на первый план, это, конечно, пропаганда и информационная война. Это поэтому и те события, которые сейчас происходят, это никому, я думаю, никакой не сюрприз и не секрет, но, конечно, есть побочные факторы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, которые связаны с нашим местным рынком, с нашим рекламным рынком, связаны с бизнесом кабельных операторов, это и еще к тому же, и есть какие-то побочные эффекты, связанные с тем, что будет потреблять и что потребляют наши телезрители, потому что сейчас, конечно, это очень все сильно меняется, и это очень, ну так, очень нервозно, ну, сейчас относится в обществе с тем, что сейчас происходит. И это, конечно, надо иметь в виду. Поэтому, ну, сказать, что это было бы каким-то сюрпризом, что такое произойдет, я думаю, что нет, такого нет. Но самое, конечно, сложное, что дальше произойдет с нашим местным рекламным рынком и с нашими зрителями, которые сейчас ищут, что им смотреть, как они себя дальше поведут и как вот в принципе, вопрос в том, как переразделится рынок. Это такие главные вопросы. То, что связано с политикой, это, конечно, все понятно, что мы закрываем РТР, потому что не нравится, что говорят в программах РТР там, у Соловьёва, еще у других товарищей, но да. Это, я думаю, для нас сейчас даже не самое страшное. Самое страшное, конечно, что будет с нашим медийным пространством дальше. Да, а что будет дальше? Потому что вот если сейчас посмотреть даже вообще на телевизионный рынок в Латвии, если мы смотрим, ну, такие каналы, которые именно латвийские, да, то у нас по счету получается ТВ-24 на латышском языке, и да. Понятно, что ЛТВ-1 на латышском языке, ЛТВ-7, ну, по существу две передачи, да, это вот точки над «и», да. И вот да. Те новости 15-20-минутные, которые идут на ЛТВ-7 на русском языке, в принципе, на аудиторию, ну, 40% населения, ну, так, мягко говоря, маловато. Я бы не сказала, потому что мы же прекрасно знаем, что то что все можно увидеть без российских каналов в кабельных сетях. Там, конечно, есть куча и других каналов, там есть и американские, и английские, и китайские, и да. Разные другие каналы. И поэтому сказать только то, что
мы чисто технически можем смотреть только латышские каналы, которых мало, это неправда, потому что есть и другие вещи. Вопрос в том, что мы будем смотреть, что нам важно, что мы привыкли смотреть. И то, что ты говоришь о латышских каналах, латвийских каналах, это, конечно, очень мало для наших зрителей, потому что они интересуются тем, что происходит в мире, они смотрят разные развлекательные программы, которых у нас не хватает, угу. Смотрят о науке, об искусстве, о животных, о природе, кукинг-шоу, разного рода шоу и все такое. Вопрос в том, что на этом рынке произойдет. То, что латышских каналов мало, это однозначно, и все это прекрасно понимают, потому что цифры показывают, что одна треть латвийских телезрителей уже не находится, скажем, в нашем информационном пространстве, эфирном и информационном пространстве. Они находятся уже где-то, потребляют что-то другое. Поэтому это уже одна треть сейчас. Дальше будет очень важно, я думаю, что придется, наверное, уже заниматься каким-то расследованием, куда уйдет та часть аудитории, которая сейчас, которых лишили российских каналов. Это первое. Второе, я думаю, что одна часть уже ушла, первые дни, которые дружат с технологиями, которые знают, как обращаться с интернет-полем, они уже ушли в YouTube и смотрят те же самые российские каналы прекрасно в YouTube, и у них в жизни ничего абсолютно не изменилось. Да. Они смотрели свой НТВ или РТР, или то, что они там смотрели, все программы в онлайне, не в онлайне, они уже это все делают и смотрят. И они, в принципе, ничего не почувствовали. Те, у которых смарт-телевизоры, у которых интернет в доме подключен. Вопрос, что происходит с пожилым населением в Латвии, которые смотрели российские каналы в кабельных сетях, потому что в кабельных сетях этого не будет уже. Один вариант, что часть, наверное, населения, у них есть и внуки, и дети, которые дружат с технологией, может поставить те их любимые каналы, которые они смотрели, или они будут смотреть что-то другое. Да? То, что у русскоязычного населения некуда уйти, потому что наш телевизионный рынок на русском языке очень-очень последние годы сузился, можно сказать, его уже почти не стало, потому что мы убрали ТВ-5, у нас убрали сейчас новости на Первом Балтийском канале. В принципе, вот этого информационного пространства, слава богу, что есть еще. Вот вы есть на радио, вот вы есть радио 4, латвийское радио, есть какие-то интернет-платформы, но телевидения, в принципе, телевидения нет на русском. Поэтому, конечно, эта часть населения пострадает, они будут злыми, потому что для них ничего уже нет, им ничего не предлагается взамен тому, что у них отняли. И, конечно, они будут злыми, это понятно. И вопрос еще, конечно, и в том, что произойдет с кабельными сетями, потому что часть кабельных сетей Латвии, которых бизнес в Латвии, они зарабатывали как раз на российских каналах, я думаю, что они очень сильно пострадают. Пострадает рекламный рынок, потому что та реклама, которая шла через латвийские агентства, через наши кабельные сети операторов, они сейчас уходят в YouTube, это значит в Google, да? И мы уже сейчас видим, что и у нас, в принципе, не остается денег, на что производить вообще любой, какой-то продукт на местном рынке, на местном телевидении. Вопрос, что мы будем делать, чтобы взамен что-то дать нашим местным производителям, и на какие деньги они вообще дальше будут работать. Угу. Это, я думаю, что очень важный и серьезный вопрос. К этому, может быть, мы вернемся. Вот в самом начале ты сказал очень хорошую такую фразу, всем, наверное, понятную, что идет информационная война. Она не только, латвийско-российская, такой глобальный контекст,
Россия-Запад, условно говоря. Но возникает всегда такой логичный вопрос, что если идет война, то, наверное, мы должны на пропаганду представить латвийскую контрпропаганду. То есть логика подсказывает, что если мы закрываем какие-то, не знаю, российские каналы, то, наверное, мы должны что-то предложить, какую-то альтернативу. Ну, так бы, я пока вообще-то боюсь этого слова пропаганда и контрпропаганда. Нет, я тоже, раз уж мы в таких сейчас уходим как раз, что медиа становится оружием, оружием войны, а не, скажем, средством информирования, объективного информирования населения, потому что я бы не хотела, чтобы мы ушли от качественной и необходимой журналистики, потому что я думаю, что самый главный вопрос медиа в Латвии – это обслуживать население и быть, мостом между правительством и властью, и жителями Латвии. Поэтому я очень боюсь вот этой пропаганды и контрпропаганды. Это, я думаю, что самое худшее, к чему мы сейчас идем, и от чего нам нужно, в принципе, уйти. То, что ты говорил насчет, то, что ты называл контрпропагандой, я бы назвала так, что нам необходимо, в принципе, сделать такое медийное пространство Латвии, чтобы у нас был свой качественный продукт, который нам очень необходим и нужен, потому что хорошо, у нас не будет российского информационного пространства, у нас будет, британское, американское, но это не наше информационное пространство, поэтому нам очень сильно нужно думать о том, что у нас самих происходит и как мы как государство выглядим. И это, конечно, вопрос вот этой государственной политики, что же, насколько сильным будет медийное пространство. Но последние годы мне почему-то все время хочется сказать, что мы идем не на то, чтобы укреплять. Мы все время говорим, что нам нужно что-то взамен. Вот сейчас тоже закрыли российские каналы. Говорят, нет, нам нужно что-то взамен. Потому что, конечно, это ничего не решает, но взамен у нас ничего не происходит. Да. И это, я думаю, что это самое страшное. То, что ты говорил, контрпропаганда, я считаю, что нам не нужно. Нам просто надо заниматься качественной журналистикой, информированием наших людей о том, что происходит у нас, что происходит в мире, своих каких-то интересов государственности, потому что у каждого государства, мы прекрасно понимаем, есть свои какие-то интересы, и у нас тоже они есть, и мы должны смотреть с призмы нашего государства, нашей страны на те или другие события и в России, и в Америке, и в Англии, и в Китае, и в Индии. И это самое главное. Если у нас этого не будет, мы свою государственность теряем. Вот это самое страшное, я думаю. Да, вот что касается действительно вот такой медийной политики, мы знаем, что общественные СМИ, начиная с этого года, выведены из рекламного рынка. Казалось бы, что деньги могли быть высвобождены каким-то образом для коммерческих СМИ, для того же телевидения, но пока вообще даже никто не помышляет, в том числе, насколько я понимаю, и совет по электронным СМИ о каком-то, русском вещании, или хотя бы частично какой-то госзаказ размещения, кроме каких-то отдельных грантов? Во-первых, я бы хотела сказать, что исторически, если посмотреть на совет, из которого я вышла, я бы сказала, что это еще, наследник, совета, который, в принципе, занимался вопросами общественных СМИ. У нас нет сильного, серьезного регулятора, у нас нет сильной медийной регуляции Латвии, которая бы занималась вопросами как раз-то регуляции, а не, надзиранием над общественными СМИ. Поэтому у нас и нет этой политики. Мы очень много говорили в разных форматах о необходимости русского вещания в тех или других форматах в Латвии. Мы знаем прекрасно, у меня в программе гостили представители латвийского телевидения и разные другие медийные эксперты, которые обсуждали вопрос, что очень заинтересованы в этом наши партнеры в создании русского вещания в Латвии, это американцы, британцы, что я думаю, что тоже не очень правильно, потому что это нам нужно самим делать со своим русскоязычным населением, которые не понимают или хочется общаться на родном, нам надо общаться самим, а не... это делает кто-то другой опять.
Так что об необходимости говорили, но мы прекрасно видим, что политически, конечно, этого желания нет. В политике вообще нет желания работать над сильным медийным местным медийным пространством. Это однозначно видно. Мы видим, что каждое решение, которое принимается, только делает более слабым наше медийное пространство. И поэтому я, конечно, не вижу каких-то таких, ну, политического желания что-то менять в этом. Мне кажется, что политикам кажется, что им выгоднее слабое местное медийное пространство, им это выгоднее манипулировать с ним, поэтому никто не хочет заниматься этим. Но это, конечно, для общей демократии и государственности очень важно, и я буду продолжать это говорить каждый раз, как мне даст эту возможность это сказать. Поэтому рано или поздно, я думаю, что наши политики тоже поймут, что это будет жизненно необходимо, тем более, что мы сейчас увидим, конечно, очень интересные тенденции по отношению как раз русскоязычного населения, которое уйдет в какие-то другие медийные миры, о которых мы даже измерить не сможем. Вот это будет, я думаю, что большой проблемой для латвийской политики, для изучения какого-то поведения населения Латвии, потому что оно более уйдет из каких-то возможностей измерить, что же думает в Латвии общество, народ и такое, потому что они просто-напросто не будут смотреть ничего, что у нас производится. Да, вот поскольку ты все-таки работала вот, в Национальном совете по электронным СМИ, ну, ты, в принципе, понимаешь вот эти цели и методы работы такого, ну, в какой-то степени чиновничьего учреждения. Вот все-таки, когда вот принимается решение о прекращении трансляции там довольно большого количества каналов, я сейчас не говорю про Россия, вот РТР, Планета, где это там, понятно. Да, там где Соловьев, там было понятно, там Соловьев, да, Найда Руна, да, вот эта вот речь вражды, понятно. Там тоже можно дискутировать, почему нужно закрывать весь канал из-за отдельных передач, вместо того, чтобы их изъять просто из эфира, ну, как я вижу, такими, скажем, косметическими. Это невозможно, это в принципе невозможно. Да. Изъять из эфира, это технически. Наверное, нельзя, да? Хорошо. Вот что касается 16 каналов, ведь, наверное, какие-то были мысли у тех, кто это делает, тем более, насколько я понимаю, все-таки председатель этого Национального совета господин Абель довольно, ну, не старый еще человек, который разбирается, наверное, в технологиях, я так подозреваю, и он, наверное, понимает, что вот эти все запреты, ну, практически ничего этим, никакой цели достичь нельзя, только вызвать какое-то, вот, не знаю, озлобление людей, не знаю, рост. Ну, это все медийные эксперты говорят, что это так и будет, так оно почему и это есть. Делается? Только, это чисто бюрократически? Не только русскоязычного и латышского, да, да, население, потому что очень многие, по данным измерений, очень много латышской аудитории тоже смотрит эти российские каналы, так что это, конечно, озлобление дало сильное, я думаю, и все прекрасно понимают, ну, что это решение, ну, все-таки чисто политическое, это понятно. Но то, что, я думаю, что никто не мерил и о последствиях вообще не думал, как это будет меняться, это однозначно понятно, потому что если посмотреть, сколько потеряет рынок, я думаю, что если посмотреть с точки зрения этого, это регулятор должен был знать, сколько потеряет, и я думаю, что потеряет очень много. И, конечно, если поставить вот эти плюсы и минусы, это понятно то, что это, ну, была чисто борьба с Первым Балтийским каналом. Я думаю, что не без оснований, потому что там тоже очень много политики было под этим каналом. Да? Поэтому я думаю, что вот это связано и с тем. Да? Поэтому я думаю, что таких-то цифр, если посмотреть, например, на цифры, в 2020 году наши предприниматели отдали на рекламу в Гугле 120 миллионов евро. Наш фантастические деньги. Рекламный рынок, да, это 80 миллионов наш латвийский местный, на местные медиа. И мы знаем, что в Гугле там находится YouTube сейчас как раз и все такое. И сейчас вопрос, сколько денег уйдет еще на это, и на Facebook уже ушло тоже 100 миллионов евро в прошлом году,
Так что это большие суммы по сравнению с нашим маленьким рекламным, и так маленьким рекламным рынком. И если вот такое решение было принято, я думаю, что нужно было индустрию собрать, предупредить, что такое есть, потому что, извиняюсь, это реальные люди, это реальный бизнес, это ну, маленький, но наш местный бизнес, и об этих вещах тоже следовало и стоило говорить, потому что кто вот сейчас это все будет компенсировать, об этом, конечно, нужно было думать. И мы знаем, как медленно меняются те или другие ну, традиции смотреть ту или другую программу. Об этом всем нужно было думать, потому что, конечно, вот этот медийный бизнес пострадает. И если нет рекламных денег на местном бизнесе, то местный бизнес ничего и производить не может местное. Поэтому кто это будет компенсировать? Государство? Или как это произойдет? И ничего места взамен этому не дается. И ты видишь, какие это цифры. Итак, 80 против только одной Google 120 миллионов. Да. Да, Facebook 104 миллиона. Еще там остальные LinkedIn и все такие маленькие, которые поменьше, там по несколько миллионов. Но все равно, да, это все миллионы. Равно это миллионы, да. По сравнению с нашим маленьким крохотным рекламным бизнесом. Так что я думаю, что это гораздо сложнее и серьезнее, чем сейчас вот мы... Как к этим политическим решениям мы повлияли на очень многие сферы, но эти другие вопросы вообще не рассматриваются. Рассматривается один только конкретный политический вопрос. Насколько реально, ведь время от времени такие дискуссии ведутся, введение такого дигитального налога, что, чтобы хотя бы Латвия что-то получила на те же медии за счет вот того, чтобы вот эти глобальные корпорации, Google и Facebook хотя бы заплатил за налог? За счет дигитального налога мы видим, что это идет очень, очень сложно, это очень проблематично, потому что ну, французы уже пытались это делать, да, те страны, в которых большие рынки, им, конечно, гораздо легче такое сделать, потому что они более самодостаточны, тем более Франции, которая, ну, там французский язык, там очень особенная эта ситуация, но маленьким рынкам это, в принципе, почти невозможно. Но, конечно, эти разговоры можно вести только на европейском уровне, но я полагаю, что у нас это, в принципе, почти никто не делает. У нас нет вот этой политики, у нас нет представителей регуляции, которые бы это хотели делать. Да? Потому что мы видим, что у нас нет, в принципе, серьезного регулятора, который занимался бы медийными вопросами, ну, не только в стране, но еще тем более в рамках Европы. Да? Потому что мы очень тесно связаны с теми глобальными процессами, которые происходят в мире. И мы, конечно, как маленький рынок, на этом теряем больше всего, и нам нужно думать о том, как себя защитить в этой ситуации. Ну, увы, это пока у нас не происходит. Мы только делаем себе минус, а плюса у нас, в принципе, нет. Все-таки, если мы говорим о Латвии, возвращаясь к этому телевизионному рынку, насколько возможно создать у нас какие-то ток-шоу? Да, у нас они есть, там... Какие-то развлекательные передачи отдельные на ТВ-3 есть, и что-то было на ЛТВ-1, какие-то вот для эрудитов отдельные передачи, там, насколько они рейтинговые, это на тему отдельного разговора. Все-таки это требует миллионы вообще, вот так, чтобы создавать какие-то свои шоу. Да, это тоже один аргумент, что мы не можем создать, ну, скажем так, конкурентоспособные программы, ну, там, напротив Америки или России. Но я полагаю, что нам даже этого не нужно делать, что наша главная задача, в принципе, сделать так, чтобы общество, ну, теми медийными продуктами, которые мы производим, ну, если вот сравнить, там, не знаю, супермаркет, в котором есть местные продукты, есть, ну, большие, ну, глобальные продукты, большие брендовые продукты, то, в принципе, нам не нужно конкурировать с этими большими продуктами, нам нужно делать свой особый вкус. Нам нужно, если смотреть с точки зрения на... Больше всего, конечно, политики, закрывая российские каналы, боятся о том, что вот
вот там народ смотрит пропаганду, что, в общем-то, по большому счету делает очень маленькая часть населения, в основном, ну, там, ну, пожилые люди, которые привыкли смотреть, а остальные очень критически, в принципе, относятся к тому, что, что там говорит российские политики, ну, и российские журналисты. Так что это тоже неверно, потому что исследования показывают, что очень мало смотрят российские информационные продукты наши потребители телевидения. Но я думаю, что самый главный вопрос – это, конечно, вот то, что решить вопрос о том, нужно, не нужно общаться в Латвии на русском языке, что вот самый такой очень сенситивный вопрос. Но я полагаю, что чувство общины, которое у нас нет, в целях создавания своей в Латвии чувства принадлежности к латвийской общине, ну, не знаю, русскоязычных вообще латвийской общине, вот это самый главный вопрос, которым должны заниматься наши СМИ и на русском, и на латышском, потому что мы теряем вот это чувство латвийской общины и тем самым латвийской государственности. Да? И это самый главный вопрос. И я думаю, что нам скоро придется думать в вопросах не только общения на русском, и в том числе и на английском, и всех остальных, чтобы все понимали, что у нас в стране происходит, потому что мы скоро потеряем вот эту возможность получить информацию, что у нас происходит. Это самое важное, я думаю. Это, кстати, очень важно. Такое если говорить о сериалах и шоу, если в этих шоу участвуют наши люди, все там и русские, и латышские, и все. Я думаю, что каждый будет это смотреть, потому что нам нужно свои общинные СМИ. Это как раньше, если мы смотрели, были, ну, региональные, местные, региональные, там, национальные и там глобальные и такие, то мы понимаем, что Латвия становится таким маленьким региональным, ну, проектом, в котором, ну, мы должны найти свое уникальное, а не создавать что-то. Потому что конкурировать, конечно, с большими деньгами, с большими рынками невозможно. Но мы можем создать свой уникальный, например, сырок Карумс. Да? Ну, что-нибудь такое, что является нашим. И это, ну, стоит того, что стоит наш рынок. Да? Вот это интересно. Но сделать-то, да. Я прекрасно понимаю, что в Латвии есть очень много креативных, умных людей, которые уже работают, та же самая молодежь, которая работает в Ютубе, наши эти инфлюенсеры, которые делают продукты и на английском, и на русском, и на латышском, и на всех, и продается по всему миру, потому что они создают что-то такое, что остальным интересно. Так что возможности есть, но, конечно, меняясь вот этой глобальной ситуацией, меняясь платформами этим технологическим, конечно, нам нужно думать, как нам сохранить какие-то свои уникальные способности, свой уникальный какой-то свой контент, который нужен нам, как жителям Латвии. Вот нет такого вот ощущения, что иногда, я понимаю, что политики, наверное, у них такая работа, представлять ту или иную аудиторию, то или иное мнение, но нет такого ощущения, что иногда вот, ну, политики, те, кто у нас, по крайней мере, правящее большинство, что иногда они пытаются игнорировать реальность. Вот они как бы думают, ну, есть это русскоязычное население, будем считать, что его нет. Да, вопросов медийных, то я думаю, что почти каждый раз, потому что у нас, если исследование показывает одно, то в любом случае политик сделает другое. Они не вслушиваются мнение ни населения, ни экспертов. Они делают какие-то свои политические, принимают какие-то свои политические решения, которые им выгодны в том или другой ситуации, но не думают о том, как это будет, ну, скажем, повлиять дальше год или два или три, потому что мы видим, что то, что происходило и с запретами по рекламе на местные СМИ, мы теряли очень много. Да, так что каждый раз, если посмотреть так, то у нас вот какие-то только работают какие-то политические решения, которые все-таки не способствуют улучшению ситуации. Mm-hmm. И
очень сильно, я думаю, что у нас вот эта конфронтация двух медийных пространств происходит, еще усиливается, а не ситуация улучшается. Потому что латвийское телевидение, та же самая Рита Рудуши, если помнишь, сказала, мы будем делать, мы считаем, исследования показывали, что нужно делать русские продукты общественным СМИ, мы это будем делать любыми средствами. Если не даст государство бюджет, мы будем брать у партнеров деньги. Да, так что все понимают, что нужно общаться, что нужно свое, хотим мы или не хотим, все равно политики говорят, нет, не будет. Да? Угу. Так что, потому что это, конечно, связано с тем, ну, какой спектр там партий в правительстве и в парламенте, и, конечно, с теми другими политическими веяниями связано, но если смотреть, ну, с точки зрения общества, то, конечно, эти процессы абсолютно другие. Мы видим, что мы теряем возможность общения с населением, потому что если 1/3 уже сейчас не в наших СМИ, то я думаю, что эта цифра увеличится, я полагаю, и мы ничего не будем знать, что думает и как мыслят наши жители. Это я думаю, что не очень хорошо. Да, может быть, еще такой последний вопрос, не могу его не задать, он не связан, может быть, напрямую с медийной политикой, хотя, наверное, и связан. Но вот сейчас, вот, во времена пандемии, особенно во второй волне, нельзя, с одной стороны, сказать, что вот там, не знаю, правительство не коммуницирует с обществом, да, какие-то регулярные брифинги, пресс-конференции, там, через Zoom дискуссии о вакцинах, вроде бы много всего. Но вот с одной стороны. С другой стороны, все равно мы видим, что общество крайне недовольно, и оно не понимает те или иные решения, те или иные ограничения. Это что, все-таки проблема с пиаром, вот с этими пиар-технологиями, или это вообще проблема самого правительства? Я думаю, что это проблема и правительства, и наших слабых местных СМИ, которые не способны посмотреть дальше, ну, скажем, тех пиар-новостей, которые выдает правительство в отношении ковида. Да? Потому что если СМИ занимались какими-то журналистскими исследованиями усиленно. Ну, латвийское телевидение там немножко что-то делало, у них есть какие-то деньги помаленьку, да, но очень мало, потому что просто у медиев нет средств на исследование журналистику, угу, которое нужно. Мы видели, что в первую волну фонд медиев тоже дал, и Совет по радио и телевидению дал деньги как раз на информирование по ковиду. Это, ну, превратилась в какую-то тоже какую-то пропагандистскую машину, потому что говорилось только то, что выдавало правительство. Нам говорили верьте Кариншу, верьте Винтелю, верьте всем, потому что они знают эпидемиологи. Потом вдруг, оказывается, Винтелу убрали, потому что, извиняюсь, что-то делает неправильно. Если бы журналисты этими вопросами относились критически с самого начала тоже, но это вопрос тоже к журналистике качественной, критичнее относились к тому, что выдает правительство в информационном пространстве, то ситуация, конечно, тоже была бы лучше, потому что народ уже ничего не понимает, но в этом надо сказать, что виновато не только правительство, в этом виноваты немножко медиа, потому что они тоже не критически относились к тем, той информации, которая дает правительство и эстаблишмент. Вот интересно, когда вот все-таки началась первая волна, особенно сейчас вторая, все-таки что-то начало появляться и от правительства, я имею в виду с точки зрения перевода каких-то официальных решений, в том числе на русском языке, сейчас, я так понимаю, обещают что-то сделать на английском, поскольку, к удивлению чиновников, выяснилось, что у нас проживают не только русскоязычные, латышскоязычные. То, что я говорила, да, что когда начинаются кризисы, мы видим, что на самом деле, как на самом деле надо коммуницировать с населением, потому что очень прекрасно показались, что первый раз дали деньги на информацию медиам на русском языке, потому что поняли, что иначе достичь аудитории невозможно. И это в других ситуациях. Почему только при ковиде мы это понимаем, а остальных нет? Вот здесь очень интересный вопрос. Вот таких-то дозированных. Но это опять мы видим, что это
какие-то очень сильно политические решения, а не логические и, ну, общепонятные, да, поэтому, ну, здесь вот есть эта дуальная, ну, природа политиков, что они знают, им постоянно эксперты говорят, делайте то, делайте то, делайте то, делайте то, они делают все-таки по-своему, по каким-то своим политическим соображениям, а не то, что им говорят профессионалы, наука и эксперты. Ты не думаешь, что пандемия, вот после пандемии будут сделаны какие-то правильные выводы, да? Пройдет кризис, как-то все это забудется? Я думаю, что рано или поздно эти выводы будут сделаны, но я не уверена, что при нынешнем правительстве, зная, насколько чувствительная ситуация политической коалиции сейчас, ты же прекрасно сам тоже понимаешь, что держится на таких тонких ниточках эта коалиция, и очень много в решениях нынешнего и правительства, и парламента, конечно, популизм, доза популизма очень большая, и каких-то очень... И тем ближе вот сейчас как раз начинаются выборы, я думаю, что этого популизма будет еще больше. Гунта Лидека, да. Спасибо большое. Гунта Лидека у нас была на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо. Спасибо большое. До свидания. Мы знаем, вы слушаете.